Реализацию государственной и муниципальной программы жилища обсудили сегодня на общегородском совещании с первым заместителем главы городского округа Дмитрием Кайгородовым. Благодаря этой программе свои квадратные метры получили молодые семьи в Химках. За этот год жилищный сертификат смогут потратить 10 супружеских пар, из которых 7 уже въехали в свои квартиры. Также на собрании обсудили готовность к предстоящей экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». 22 сентября в микрорайонах городского округа высадят около 6 тысяч деревьев – вишни, яблони, липы. Для них выбраны порядка 40 площадок, где растет наименьшее количество растений, а также отсутствуют коммуникации. Возле каждого саженца будет установлена специальная табличка с QR-кодом, на которой будут нанесены фамилии людей, принявших участие в высадке. Еще раз всех приглашаю на субботнее мероприятие. Погода будет хорошая. Построение у нас будет на Московской, перед главным зданием администрации. Потом организованный развоз по площадкам. Поэтому приходите и примем участие в этом хорошем и нужном деле, которое, в общем-то, призвано украсить наш город, ну и сделать его чуть лучше и комфортнее. Принять участие в акции может любой химчанин. Саженцы, экипировку, инвентарь выдадут. Главное, сообщить о своем желании по телефону горячей линии 8 495 902 60 12.